Привет, друзья! Канал Фишинг интересует некоторых из вас такой вопрос, какими крючками я пользуюсь на рыбалке. И в этом ролике, друзья мои, я с удовольствием отвечу вам и поделюсь с вами своими крючками и своими мыслями о них. Смотрите, ставьте лайки, дизлайки и подписывайтесь на канал. Для флет метода, друзья, я пользуюсь крючками от корда, причем пришел к выводу, что 8 размер это самый универсальный. Кстати, они выпускаются, это Captur White Gape, пробовал Curve Shank форму, не понравилось мне. Выпускаются в двух цветах, это Gravel и Wheat Green. Ну, простите мой французский, как говорится. Тоже разницы я не заметил. Наверное, рыба тоже. Вы видите, вот у меня в коробочке два цвета, они практически, ну, практически одинаковые. Вот, поэтому, если нету там какого-то цвета, да, в магазине, не переживайте. Берите то, что есть. Ну, это мое мнение. Так, это для флет метода. Ну, дорогие, да. Согласен, что дорогие очень эти крючки. Для фидера и поплавка я использую крючки Кобра. В прошлом сезоне вернулся к ним когда-то. Очень активно их использовал. Потом начал дуреть, там покупать всякие мавры, амакасу там дорогие, да. И ну, цена все-таки немаловажный фактор. Тем более, один крючок больше одной рыбалки я не использую. Это в любительских, на любительских рыбалках. И вот тут разные серии, есть с пометкой фидер. Ну, это, ну, для меня, например, не значит, что если это фидер серия, значит, нельзя использовать на поплавке. Отлично она работает и в поплавочной ловле, и также вот вроде бы самые настоящие поплавочные серии отлично работают на фидере, поэтому на этом я не озадачусь. Ну вот, собственно, друзья, мои крючки, которыми я буду продолжать ловить в следующем сезоне. На вопрос, надеюсь, я ваш ответил. Подписывайтесь, друзья, на канал, ставьте лайки, дизлайки. До встречи!